Республика Беларусь готова многие работы, функции выполнять на территории своей страны. Те работы, которые, ну, наверное, сложились традиционно, где-то оказывались услуги для нашего бизнеса за границей. В той же Литве, в той же Польше. Сегодня в нашей стране построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различного плана услуги, связанные с хранением товаров, дроблением, маркировкой, сортировкой. Все эти процессы вполне возможны, законодательно эти вопросы все решены, и приемлемость цен, расценок сегодня также допустима, даже дешевле, чем в странах Европейского Союза. Поэтому бизнес наш должен знать и успевать пользоваться вот теми преимуществами, которые сегодня есть в нашей стране. Что касаемо платежей, взыскиваемых в бюджет нашей страны, на конец года ориентировочно поступит сумма 8,5 миллиардов. Единственный минус – это по-прежнему остается налоговый маневр Российской Федерации, который дал нам минус по экспортным пошлинам. Плюсом идут все остальные платежи. Это НДС, акциз, пошлины физических лиц. Все суммы, как бы, перечисляемые по этим видам платежей, они у нас идут плюсом.